завершился очередной чемпионат. Первые эмоции, ощущения, медаль не первая. Так ли все опять ярко, красочно, как была завоевана первая медаль? Ну, на самом деле, вот этот год тяжелый был. Не в плане того, что мы там все выиграли, это очень приятно. В плане того, что у нас, ну, я считаю, достаточно много потрясений было в ходе сезона. Поэтому, наверное, этот сезон тоже запомнится. Запомнится своей, мне нравится, сплоченностью нашей команды, отношением друг к другу, скажем, вера в друг друга. И, наверное, это один из таких самых памятных сезонов. Наверное, как и первая золотая медаль, наверное, он тоже останется в моей памяти достаточно плотно. Как медаль вообще не тяжелая? Тянет? Или же сейчас уже все легко? Сейчас уже легко, на самом деле. Еще минут 20 назад было все тяжело, а сейчас уже легко. Ожидали от Пензы такого сопротивления? Ну, я ожидал лично, честно скажу. Не из-за того, что это дежурные слова какие-то, я должен сейчас сказать, что сейчас там это финал. Мы ожидали, мы понимали на самом деле, что то, что было в Санкт-Петербурге, это может быть для них, как я, по ходу сезона не было, ну, никому так много не проигрывали никогда много. Поэтому мы ждали, что здесь придет народ, будет тяжело. В принципе, так и произошло, все было на тоненьком. Отмечать будете как-то победу? Ну, сейчас, наверное, да. Приедем в гостиницу, пойдем в ресторан. Сейчас вот выпьем немножко шампанского из кубка. Ну и мы уезжаем только в понедельник, я думаю, сейчас на разграбление Пензы. Один день дам девчонкам.